свою душу натолкнул Пушкин написать. Дал Николаю Гоголю свой сюжет, так сказать. Это был сюжет знаменитых мертвых душ. Хороший совет ему, непременный душ. Свободно съездить вместе с героем Россию, внедриться внутрь характеров в их стихию, показать хотя бы с одного бока Русь. Замыслил и сказал, за три тома берусь. Третий том мертвых душ должен быть о положительных героях, как душ. Задумано показать нравственное возрождение под лицом приобретателя Чичикова или поражения. Гоголь сжег второй том, к третьему и не приступил. Он не нашел героев в мире, крутил и тупил. Искать героизм, позитив надо простом народе, обещал, а где взять? Нет в природе. Мертвые души натолкнул Пушкин написать. Дал Николаю Гоголю свой сюжет, так сказать. Это был сюжет знаменитых мертвых душ. Хороший совет ему, непременно и душ.